Добрый день, уважаемые коллеги, друзья. Меня зовут Ходорович Ольга Сергеевна. Я являюсь руководителем клиники комплексных методов диагностики и лечения заболеваний молочной железы Российского научного центра рентгенорадиологии. Приглашаю вас принять участие в мастер-классе по эстетической и реконструктивно-пластической хирургии, организованной Российским научным центром рентгенорадиологии совместно с компанией «Клавермед». Повышение профессиональных навыков пластических хирургов является одной из основных задач компании «Клавермед». Мы сами молоды и всегда готовы усовершенствовать свои профессиональные навыки, но у нас уже накоплен определенный опыт, которым мы готовы с вами поделиться. Мастер-класс пройдет 15 марта 2019 года в Российском научном центре рентгенорадиологии по адресу Москва, улица Профсоюзная, 86. Будут обсуждены вопросы, сложные случаи эстетической хирургии, реконструктивно-пластической хирургии. Планируется видеотрансляция из операционной, операция по аугментации молочной железы и реконструктивно-пластическая операция по замене тканевого расширительного постоянного импланта и симметризирующая операция на контрлатеральной молочной железе. Приглашаем хирургов, пластических хирургов, онкологов и всех, чья сфера деятельности связана со здоровьем и красотой наших женщин. Будем рады видеть вас у нас.